В России заявили о поставках ядерного топлива в США. Летом 2016 года ТВЭЛ подписала первый контракт на поставку тепловыделяющих сборок в США. Опытные поставки нового топлива начнутся в начале 2019 года. Топливная дочка Росатома компания ТВЭЛ в 2019 году планирует первую загрузку топлива на АЭС США. Об этом сказал старший вице-президент компании Олег Григорьев, сообщает Интерфакс Украина во вторник, 15 мая. В следующем году у нас будет загрузка первых тестовых сборок ТВСК РЕД, сказал топ-менеджер в ходе форума Atomexpo-2018, отвечая на вопрос о сроках поставок топлива для АЭС в США. Он отметил, что все контракты, подписанные с европейцами и американцами, реализуются без отклонений. Летом 2016 года ТВЭЛ подписала первый контракт на поставку ТВСК в США. Опытные поставки нового топлива планировались уже в начале 2019 года. С 2021 года ТВЭЛ планирует коммерческие поставки ТВСК в Швецию, где опытная эксплуатация топлива идет с 2014 года. Напомним, в 2017 году Украина импортировала ядерное топливо на 533 миллионов, почти 70% от общего количества закупили в России, на 368,9 миллионов. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.